Многим, перенесшим COVID-19 средней тяжести либо в тяжелой степени, нужна специальная реабилитация под присмотром медиков. Перепрофилированная для таких случаев республиканская больница спелеолечения уже более месяца принимает пациентов со всей Минской области. Проходят здесь восстанавливающую терапию, кроме местных, еще и жители Дзержинского, Любанского, Копольского, Борисовского и Слуцкого районов. Зачастую у переболевших наблюдается слабость в мышцах, поэтому на территории здравницы создан специальный теренкур, по которому они гуляют. Снять его из-за дождя нам не удалось. В плохую погоду пациенты передвигаются по корпусу, восстанавливая мышечную активность. А еще у каждого расписан день для различных процедур. Это, конечно же, дыхательная гимнастика, это лечебная ходьба. Все это проводится в щадящем режиме. И обязательно всем проводится пульсоксиметрия, то есть мы проверяем, насколько насыщение крови кислородом в настоящий момент. И, конечно же, назначаем физиотерапевтические процедуры. Обязательно учитываем степень тяжести перенесенной пневмонии, учитываем состояние самого пациента, насколько он готов эти процедуры проходить, потому что это тоже нагрузка. И, конечно, здесь уже включается целый ряд таких назначений физиотерапевтических, как электролечение, светолечение, магнитотерапия, лазеротерапия. Ну и, конечно, куда без массажа. Обязательно массаж грудной клетки, либо аппаратный массаж. В Солигорск в больницу спелеолечения направляют уже тех пациентов, которые выздоровели и имеют отрицательный результат теста на коронавирус. Каждому проходящему здесь терапию подход индивидуальный. Медики при назначении процедур принимают во внимание и то, в какой степени была перенесена болезнь, а также какие показания и противопоказания есть у пациента и его возраст. Сам реабилитационный курс после перенесенного заболевания не менее 14 дней. У нас все пациенты стабильные, они все активно ходят по нашему теренкуру, осуществляют вот эту лечебную ходьбу. Ну и, наверное, окружающая природа и хвойный лес вокруг тоже способствует их восстановлению и выздоровлению. Мы сегодня уже пролечили более 50 пациентов, они закончили реабилитацию и выписаны уже к труду. Ну и в настоящее время пациенты планово поступают, выписываются. Кому-то достаточно 14-15, кто-то полностью заканчивает лечение, пройдя 18-дневный курс реабилитации. Такая реабилитация под контролем специалистов дает возможность пациентам поправиться быстрее и вернуться к обычной жизни.